соглашаешься? Нет. Нет. А потому что, ну как? Менять надо. По съемке менять надо. А кто этот кабель будет менять? Там главное еще залегание кабелей. Она, допустим, должна быть 80-70 сантиметров под землей. А они лежат там, ну, 20-30 сантиметров. Вот и все. И вот мы идем, приза, может, и не почувствуете. Она его рвет, стреляет. Все. Дальше работа стоит. Или приза ломается, или... Кабель рвет. Кабель рвет.